знаете, тонкая материя, потому что если человек занимается благотворительностью и делает это от чистого сердца, то сами понимаете, что он же это будет делать, несмотря ни на что, но ему надо только помогать. Но когда люди, которые занимаются благотворительностью, они должны писать кучу отчетов, доказывать, что они не верблюды, а потом еще спрашивают, куда эти деньги пошли, если, может быть, пошли какие-то ненаправедные нужды, вот это, конечно, плохо. Но это, понимаете, это вот моральная зрелость общества, когда, ну, наверное, вряд ли в Европе, если есть какой-то благотворительный детский, на инвалидный фонд, наверное, там человек, который получает эти деньги, наверное, вряд ли он будет, наверное, какие-то машины покупать. У них просто это стыдно и зазорно считается. Люди, общество сами не позволят это сделать. У нас к этому все равно, мы к этому придем. Поэтому отдельные элементы какие-то наверняка же есть и будут какое-то время. Люди, которые уходят от налогов или используют каких-то других целей. Но самое главное, на мой взгляд, куда эти средства пошли. Если эти средства пошли на благое дело, на помощь людям, ну, с другой стороны, ну, какая разница, понимаете? Поэтому в данный момент это очень важно, потому что страна не может сказать, что она в обществе всеобщего благоденствия находится. Денег все равно там мало, а проблем много. Поэтому в данный момент благотворительность является полезной вещью, ее надо использовать. Только единственное, что законодательные акты, вот эти вот регулирования, они должны быть более простые.